Как уже сообщалось, в Наримановском районе Баку произошел сильный пожар, в результате которого пострадал ряд торговых объектов. Во время пожара одним из прохожих был запечатлен интересный эпизод, отображающий уровень патриотизма и любви к своим героям в азербайджанском обществе. Неизвестный мужчина, несмотря на сильный огонь поблизости, бросился спасать висевший на стене одного из торговых объектов портрет генерал-майора Пола Дагашимова, героически погибшего на передовой при предотвращении провокации с армянской стороны. После того, как начало гореть, я подошел ближе. Все окутало дымом. Все бежали. Был слышен взрыв. Увидел, что плакат может сгореть, побежал его снимать. Сначала мне не хватило сил. Затем как будто Бог придал мне сил. Напомним, что мужественный офицер и патриот Палат Гашимов погиб 14 июля в приграничном с Арменией Тавузском районе Азербайджана. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.